Валерия, и тем труждающимся.
сперечаючись з ним, бо є різна і валютний віком. Посилає Отца і Сина і Святого Духа, нині присно і валютний віком. Господи, помилуй. Ще молимся, Господи, помилуй. Если человека любчий на звуку, на работу, Валерий, все труждающие с ним здесь, мы ежи по утробе веру припадающий, услышим моление наше, и твое намерение, делай Господи. Была получена чат, и спешу про все человеческое, исправляй, Господи, призри милостину на рабы твоя сия, и прости им всякое прорешение вольное, невольное, голосы Бога и намерения, советы, исходы, и входы, и путешествия, и справы, прилежно молитесь, ашмия, совершение. Твой Господи, помилуй. Все творчу слыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Услышанный Божий Спаситель наш, и с нам, и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшего Херувима, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвы причистой своей Матери, со славы Севаль Апостола, Святого Божия, и Ниси его. Господи, люди твоя, православный христианам, наша православ, христианам, наша противная даруя, и твое сохраня. Это можно назвать прекрасной гвардии, отрядом автобусов нового малого класса для нашего города. Это открытие, это начало, это старт нового дела, хотя об этом мы скажем сегодня еще не раз. Вообще компания, которая сегодня пригласила нас в гости, кстати, друзья, с удовольствием приглашаем вас сюда, ближе к нам, в наш зрительный зал небольшой, потому что здесь мы на небольшом праздничном, если можно сказать, митинге будем держать слово перед вами. Сегодня поздравляю в том числе и вас с этим большим грандиозным событием. Что могу сказать о компании, которая, в том числе развиваясь, сегодня открывает новую ветку своего развития. Во-первых, громкое открытие состоялось, если помните, тогда на площади Победы, когда выстроились эти белоснежные в новинку для нашего города «Газели», когда было интересно попробовать и прокатиться на нашем отечественном транспорте. Затем к нам год за годом присоединялись все новые транспортные средства, появились «Мерседесы», «Спринтеры» и другие иномарки. И вот тогда «Скиба» — это предприятие, это гордая фамилия, которая несет на себе этот замечательный транспорт, стал, наверное, такой 22-й, 23-й достопримечательностью нашего города. Ну, начинаем перечислять. Архитектура, дороги, замечательные природа, Курская коса, море, а затем все туристы, приезжающие к нам из Иваново, из Новосибирска, Калуги, по крайней мере, ко мне в гости, начали хвастаться вот насчет чего. Говорят, у вас удивительно, у вас даже маршрутные такси и дом Мерседесы. Поэтому было интересно прокатиться, но было одно маленькое «но». Было как-то странно все-таки гордиться зарубежным автопромом. Ну а сейчас перед нами истинно наш, отечественный, хоть и в Экодели, но все же Нижегородец. Это достойно наших самых ярких аплодисментов. Еще раз всех с праздником. Давайте поаплодируем всему этому новому телу, которое с городским российским характером, то есть ломаться как минимум. Ну что же, друзья, мы начинаем это яркое событие. Конечно, без слов приветствия. В первую очередь хотелось бы пригласить директора ООО «Маршрутное такси» Скиба Валерия Станиславовича. Под ваши бурные аплодисменты, друзья! Я снова хотел сказать, что ведущий наш уже почти все рассказал. Я хочу вам, открывая нашу презентацию, а это новый вид транспортных средств, который будет использоваться в городе Ленинграде, представить автомобили и Экодели. Нам любезно их помог приобрести представитель, официальный дилер в городе Калининграде, Евротек, Сибейкин Александр Александрович. Куплены эти машины с помощью банка московского филиала нашего Инвестбанка. Я хочу, как говорится, работая на «Азырях», мы сумели самого достичь. Мы достигли признания горожан. Этот вид перевозок стал востребованным. Это самое главное. Конечно, находясь в преддверии празднования Дня города, готовясь к чемпионату мира, который собираемся проводить в 2018 году, ну и просто, чтобы выглядеть культурным, ухоженным регионом, западным регионом нашей России, хотелось бы обновлять транспорт, парк наш автобусный, нашего города.
Вот. За время работы мы приобрели необходимый опыт, знания. В этом нам помогали постоянно наши наставники и друзья. Хочу поблагодарить администрацию города, администрацию транспортного управления, управление по тарифам и ценам, управление по дорожного надзора, которые постоянно работали с нами, плечом к плечу, и шли к этим, вот, так скажем, победам. У нас сегодня скромно очень стоит вот там, вдалеке, Цуканов Михаил Максимович. Михаил Максимович, ну вы выйди, пусть подойдите к нам. Вот, это человек, у которого огромный опыт организации, он знает досконально весь транспортный процесс. Он стоял у истоков нашего предприятия, он помогал организовывать его, помогал налаживать работу. Поэтому я хочу вам выразить глубокое уважение и передать большое спасибо за все, что вы сделали среди перевозчиков. Ну вот, собственно, на этом я бы хотел закончить свою речь и передать, как говорится, слово тем, кто хочет выразить свое мнение, пожелать нам успешной работы. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста, с большим удовольствием. Прошу вас. Это было 26 мая, 11 лет тому назад, день 40-летия тогдашнего мэра Савенко Юрия Алексеевича. Мы пришли с Валерием к нему с просьбой, так вот и так. И Скиба предложил новый вариант транспорта маршрутными таксомоторами. Вы знаете, вся новизна и в природе, и в жизни, она пробивает себе дорогу с трудом, преодолевая мощное сопротивление того и тех, кто устоялся, кто имел власть, кто понимал, знал и так далее, но не видел перспективы. Когда я был начальником транспортного отдела мэрии, и дошло дело до того, что интервал движения автобусу был 40 минут, меня вызвал тогдашний мэр Шипов Виталий Валентинович и сказал: Михаил Максимович, делай что хочешь, но так больше не пойдет. Нас просто сметет народ. А то время было переломное, когда переходили от одной эпохи к другой. И мы пошли на смелый эксперимент. 19 июля 91 года на маршруты города Кальнорадо вышел первый частный автобус марки ПАС 672. За рулем сидел оружие в районе Писаглы. Кондуктором была же его жена, а на капоте перекатывался маленький ребенок, Расимчик. И вот шло, шло, шло и пришло сегодня к этим красавцам. Увы, но риск у него всегда оправдан и расчетлив. Это уважение к нему вызывает всяческое и, естественно, желание помочь. Не так гладко все прошло 26 мая. Казалось бы, все готово. Я накануне с Савенко поговорил, что завтра мы вас поздравим с днем рождения, у него было 40 лет. И вы нам, пожалуйста, вот так вот и так, а мы вам подарок преподнесем, маршрутный такси. Он подписал распоряжение. Но нет того человека сейчас, кто все сделал, чтобы не допустить этого. Его ушли. А мы все-таки победили. И поехали в этот день
колеса закрутились на этих машинах. И сегодня эти красавцы колесят наши транспортные магистрали. Я тогда сказал, будущее все-таки, мне кажется, за маршрутными таксомоторами. Я всего лишь на 3 минуты опоздал. Но я прибыл своим транспортом. Всегда меня этот транспорт не подводил. Но сел на автобус, там затор, там пробка, там жучкало, там запылило, задымило и прочее. Немножко задержался. Прошу извинить. Поэтому я сказал, вот эти вездеходы, эти юркие маленькие машины, они всегда нас выручали, выручают и будут выручать. Чего я не пользовался, не сел на маршрут? Дорогая она все-таки. Цена большая, для пенсионера 17 рублей. Я обращаюсь к начальнику. Нет. Который регулирует тарифы и цены. Не сразу так это раз и все, удовлетворили его просьбу. Надо немножко подсчитывать и считать. А в общем-то, Валерий Станиславович, я желаю тебе и твоему коллективу всяческого благополучия, здоровья, успеха. Вы сегодня шагнули далеко вперед по сравнению со своими коллегами, с которыми вы начинали вместе. Но некоторых коллег его легче поймать в Турции или где-нибудь на Малайях или еще где-то, чем найти здесь, в Калининграде. А этот человек всегда на месте, и всегда его предприятие готово предоставить